Сказать начинаем добычу ресурса. Так, конечно, что он есть. Запаши. Что у нас? Ешь. На погорбу. Ну, как вы видите, у нас мануэль, ресов и мало жизни. На погорбу, на погорбу. Ну, как говорится. А почему так всегда говорю? Ну, так-то нам надо ресов добывать. Очень много. Так, тут надо одни крысы. Которых у меня нет. На погорбу, на собака, на собака. Достали они меня уже. Пираты, которые мышь. Короче, эти всему бы... Да, достал ты уже, пират. Тем более с тобой расправляться миллиард лет. И во-вторых, ничего не получится все равно. Давай пока что заплатим чуть-чуть. Чтобы если нас прибьют, хоть что-то уже было заплачено. Это если честно, бесполезно. Ну, хоть как-то будем экономить, да? А чтобы было заплачено, и я не понял смысла, ну, пускай так будет уже. То мы ресурсы не можем вернуть. Так что пускай уже будет так, а то хоть так мы это уже потратим. Ну, может быть, в этом какой-то плюсик. А какого на одной клеточке исполнится миллиард пиратов? Ну, видите, ресов я не потерял. Ну, если у меня много раз такое бывает, то тогда может игра забагаться, я не восстановлюсь. И мне придется обрезать видео. А почему я замолчал? А, просто там нельзя по порталам передвигаться, потому что нету интернета. Он на собаке на погорбу. Одного скинул. Решили от меня спрятаться с собаки сутулы. Сейчас я вам погорбу настучу. Ну, все равно нам придется эти деньги потратить. Не деньги, а ресурсы. Ну, я думаю, получилось уже 57, еще 57, ну, нам, я думаю, еще понадобятся эти фигни, чтобы прокупить этого босса, не прокупить, чтобы потом драться с ним, ну, не драться с ним, а вместе, чтобы этих мобов быстрее убивать. Я думал, все, наконец-то этому не пипец. Вот они, я крутой, я с топора 5 уровня вынес 4 пиратов, которые меня ненавидят. Вот так как-то получилось. Ну давай, сейчас видео это быстренько закончим. Потом я буду добывать ресы. Ну, если честно, это... Я выпустил видео, там я просто ресурсы добывал. И во втором видео я потратил эти ресы за минуту. Ну, я не делал паузу, а просто добывал, тратил, добывал. Ну... Зато хоть в начале было, ну, это 44 тысячи, не хочу копить. То я 3 тысячи камня с трудом накопил, ну, камон. Я не могу так много 44 тысячи копить. Хотя ради подписчиков я могу, а вот если не будет лайков, ну, давай. Там будет новая планета, там надо будут новые ресурсы. Давай сделаем вот так. Если на этом ролике сколько лайков будет? 2-3. То тогда я буду добывать около 10-15 тысяч
дерево. Ну давай, когда надо будут новые ресурсы, будем уже переходить в новую часть. Договор? Ну договор. Ну все, 3 лайка под этим видео. И все, ну, буквально 3 лайка. Это что, это очень мало, по-моему, выгодно. Ну, а прикиньте, я когда начал в эту игру играть, я думал, что реально надо все это пространство заполонить клеточками. А, оказалось, надо будет больше заполонить. Ну, как говорится, уже собрали, надобрали. Теперь нам надо выкупить босса, этот меч получить, портал окупить. И все. Мы будем на новой планете. Ну давай сейчас пойдем выкупать того босса. Не выкупать нам кристаллов, конечно, не хватит. Ни на то, как говорится. А, ну хотя бы так чуть-чуть. Ну, зато мы ближе. Ну, давай дальше продолжать. Пошли выкупать того сумасшедшего босса. Видите, там два, там надо один. Я портал, там надо один. Ну, капельку. А, там надо еще вот эти ведра. Хорошо, как ты сказал. Ну, я пошел добывать. А всем пока. Вы были на канале Марк. Пока-пока.